Так, где мы этот остановились? Так. Думаю, что просто вот до сюда. Так, сейчас я уберу. А то мешает мне. Куда-нибудь вниз. Угу. Нет. Или ми. Нет, не ми. Что-то си. Си, наверное. Сефер. Так. Толедот. А Адам. Бьем. Бехо. Адонай. Элохим. Элохим. Да, Элохим. Адам. Бидемут. Бидемут. Элохим. Аса. Ото. Так, это забыл книга или как? Книга, да. Книга. Это книга. Туледот. Учит. Это вообще это от корня ялад. Рождать. Туледот. Это если в буквальном смысле это рождение, родословное. Может быть, и в переносном смысле, но здесь, в общем, вполне, пожалуй, в прямом смысле родословное. Родословное Адама. Родословное в смысле от него и ниже, его потомки. То, что он породил. Берем в день. В день Бехо. Бехо не знаю. Это Герундио Бара. День сотворения. День сотворения Господом Адама. Вот. Это тоже сотворить, да? Нет. Дмут – это образ. Демайон – это воображение. Дмут, в образе. Угу. В образе Бога. Бога сделал, сотворил его. Захар унеква. Бехам, вайварех, от там, вайкра. Шемам Адам Бейом Хибрам. Так, Захар, это вспоминать, да? Действительно, Захар как глагол означает вспоминать, но здесь это другой смысл, не думаю, что связанный. Значит, Захар и Унекева – это самец и самка.
Это такие слова нейтральные, которые в равной степени могут быть применены как к человеку, так и скотине. Захар это самец, Никива это самка. То есть биологическое существо. Он создал самца и самку. Никива от слова некив, дырка. Понятно. Это множественное число чего-то, да? Нет, это не множественное число, это бараа, бераам, это барау там, сотворил их. Сотворил в единственном числе, а эм это кого? Их. А, сотворил их. То есть самца и самку сотворил их. Ва-е-барах и е-барах и благословил. А, и благословил. Их, получается, да? Да. Благословил их. И сказал. И назвал. А, и назвал, да, и назвал. И назвал шемам именем, да? Шемам – это шем шелахем. Назвал, так сказать, их, их имя. Дали их имя. Имя Адам и Ева. Нет. Нет. Они ведь были созданы в качестве единого существа. Потом было это разделение. А, вот, понял. Он создал их самца и самку и назвал их вместе Адам. Бьем в день сотворения, получается, да? Да. В день, когда они были сотворены. Бро – это герундий в активе, а хибаре – это в пассиве. Вьи Адам Шель... Шло, шло, чим, умеат, шана, вайолед, бидмуту. Бидмуто? Бидмуто, да, бидмуто. Бидмуто хецалемо. Кецалмо? Кецалмо. Вайкра эт шемо шем. Шет. Так. И стал Адам. И жил. И жил. Это не вайхи, это вайхи. От корня хай. А, да, там жил. Промежуток должен быть. Да, чтобы был вайхи. Вайхи. И жил Адам. Шлошим. 30. Что 3, что 6, 30. А, ты... Меат тоже не знаю. Меат, это, значит, это меа должно было быть. А меа это 100. 30 и 100. А, 30, 100. Шана это, получается, лет, да? Год. Лет. Ну, да, в единственном числе, но, в общем, так уж это говорится, 130 лет. То есть в иврите там после числительных идет единственное число, да? Ну, нет, в современном иврите, конечно, множественное. То есть в современном иврите мы сказали бы... нет, вообще... Нет, можно единственное тоже. То, что, конечно, сказали бы, это мео штуши, то есть 130.
в естественном порядке разрядов. Сначала старшие, потом младшие. В Писании встречается, что начинается с младших разрядов. Да, шана это и в современном мире, допустим. И дети, да? И породил. Бедмуто, вернее. Да, по своему подобию. Ага, вот оно, там было у нас уже. Да, да, там, мне кажется, в общем, дмут – это подобие. Бедмуто – это, да, по своему подобию. По своему подобию. Кецальмо – это образ, да? Да, да. По своему образу. И назвал их имя ему, да? Да, его имя, да. Там было Шмо, это их имя, а здесь Шмо, его имя. Шет. И дал ему имя Шет. Адам. Так, у меня тут мешается. Холидо. Это шет шмоне. Меот шана ваёлед баним уванот Тут что-то сложное. И стало? И были. И были имеи. Имеи. Имеи – это йом, это день. Имеи – были имей, не Адама. Не Адама, да. Имеи. Ахари, это тоже числительное какое-то, да? Нет, ахарей это после. Ахарей, ага, после холидо. После порождения им. После порождения им шета. Имшета, это уже число, да? Да. Шмоне это 8. Шмоне 8. Шмоне меот это 800. Ага, меот. 8. Меот это сотня, да? Да, меа это сотня. Меа это меат, то же самое. Меот это сотни. А множественное число на какие буквы чаще всего заканчивается? На и на т, да? Множественное число, как правило, от существительных, которые кончаются на согласную, оно образуется добавлением ют-мем, им, скажем, йом, ямим. А если кончается на А, то есть камац и хей, которые не читаются, то это заменяется на от. Не а, не от. Но это в качестве общего правила бывает скучно.
Ну, вот это самое распространенное, да, случай? Да, и им, и от – это наиболее распространенное окончание множественного числа. Шана, ну, это лет, ну, то есть единственном числе. Вою лет и родил. А, сыновей и, получается, дочерей, да? Да. Банот. А в единственном числе сына это бен, дочь это бат, а в множественном сыновья баним, дочери банот. Банот это вот такое нестандартное образование множественного числа, потому что бат это самое, тав превращается. Может быть, как-нибудь Бен повлиял. На самом деле, это самое ассимилированный из нуна и тета. А во множественном числе это ассимилированный нун появляется. По-арабски, если я правильно помню, дочь это бинт. Там этот самый нун слышится. Тот же корень, просто на иврите он подгласился там. Так, вайгею, это то же самое, да? Да, то же самое, что и в предыдущем точно, Емей, Адам, Ашер, Хай, да, Ашер, Хай, Теша, Меот, Шана, Ушнешим, Шана, Ваямит, Ваямот. Так, и были все имена, получается, да? Были все дни. А, все дни, Емей. Точно, все дни, точно. Йом-йомей. Все дни Адама. Который, да? Который он жил. Который он жил. Так, Таша, не знаю, что такое. Таша, не знаю, что такое. Это 900. Это 900. Ага, 900 лет и шалошим, так. И 30. А, и 30 лет ваямот. И умер. А, ага, и умер. Вайхи, точно. Вайхи, шет, хамеш, шаним, умеат, шана, вайолед, эт, энош.
и был... И жил. А, и жил, да. И жил Шет... Пять лет. А, точно, Хамсер. Хамеш. Пять лет. А тут множественное поставлено. Да, тут множественное. Да. Пожалуй, так, во все случаи не поручусь, когда число до 10 включает, то оно обычно согласуется со множественным числом. А больше 10, как правило, с единственным. Так. И это сотни, да, получается? Да, и 100. И 100? Да. И 100 лет? 5 лет и 100 лет. Ну да, 105 лет. Как немцы любят. Так, и родил Эноша. Эноша. Так, мне сейчас нужно уходить. Спасибо большое. Хорошей недели, чтобы все получалось. Хорошей недели. Спасибо. До свидания. До свидания.